Сегодня вспомнила такой лайфхак, как можно быстро себе повысить самооценку. С теми людьми, с которыми вы очень плотно общаетесь, нужно встретиться, не созвониться, а именно лично встретиться и задать вопрос. Как тебе кажется, как бы поменялась твоя жизнь, если бы меня в твоей жизни не было? Если бы я в твоей жизни никогда не появился, не появилась? Спросить у человека, с которым вы очень плотно общаетесь. Если человек попытается как-то отшутиться, то ему искренне сказать: ты знаешь, мне очень важно услышать не шутку, а действительно то, что ты думаешь на самом деле. Послушайте, что вам ответят люди.